И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Extinction. И сегодня, наверное, это разделю на две серии, как вариант. Ну, там, зависит от того, как буду боссов убивать. В первой серии я хочу дойти до босса. То есть, просто дойти пешком до того места, где вызываешь босса, до платформы. Во втором видео, то есть если босс будет убиваться быстро, то во втором видео и бета, и альфа объединю в один. Вот, как это бывало иногда. Такие вот дела. Поэтому посмотрим, что когда где будет. Я надеюсь, он будет быстро убиваться, и я от него не сдохиню. Вот, но сейчас мы пойдем на... Блин, на мехи бы хотел бы сходить, честно. Вот на мехи бы я очень хотел сходить, но у него снарядов там, со снарядами жопа полная, по сути. То есть, как бы, сходить-то можно. Но, по сути, я буду бить только мечом. Оп, протиснулся. То есть, буду бить только мечом, либо... это точно не оно. Вот. Либо с пистолета стрелять, ну как бы такое себе. Вот, поэтому с одной стороны мех это клево, мех это прикольно. И я бы так сказал, даже более канонично. Дойти до босса и именно на мехе расправляться. Ну, камон, в соло на мехе я сомневаюсь, что я что-то ему сделаю. Вот, честно. Честно говорю. Вот, да и в целом по заметкам, они первый раз с королем смахнулись, будучи вчетвером. Вот, то есть первый раз с ним смахнулись. А уже потом... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот. А уже потом, когда нанесли ему более сильный ущерб, то есть смахнулись с альфачом, это был уже мега-мег. И то они управляли им вдвоем. Ну, вдвоем, как бы, команд, все равно персонаж был один. Вот, поэтому, да, не спорю, на мехах это было бы... Ой, задавил. Давай, давай, пролагивайся. Отлично, прогрузилось все. На мехах было бы более бы канонично. Но вы сами понимаете, что нет. Пойдем на титанах. Ой, 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 как пошел я их всех давить. Как это классно. Опять этот Кинг-Конг. Давай, залази тогда на здание, ничего не хочешь? Бляха-муха. Ну, в плане управления, конечно, я, честно, не знаю, он вообще как будет в плане управления по пещере. Но, по идее, нифига у тебя выносливость тратится. А что у тебя так выносливость не тратится? Ага, у тебя выносливость становится. Тебе хавка не нужна, да, по сути? Нет, тебе еда какая-то нужна. А, хавка не нужна. Ему, наверное, хавка не нужна, потому что у меня кормушка здесь еще славливает его. Да ёб твою ж за ногу. Да уж. Ну, местечко-то я выбрал, конечно, прикольное. Так. Сделаем тогда по-другому. Я же тебя могу вызвать? Да, я в тебя закинул эту фигню. Так, вызываем ледяного титана. Прием. Отлично. Ну, давай, пяточку. Ну, залезь ему в пяточку, чё ты, блин, собака. Вот, отлично. И теперь пойдем на... Ну, туда, короче, сейчас дойду, там уже включусь, а то, камон, идти-то долго, нифига себе. Так, ну чё, появились себе верно. Шел я долго. Шел я нутерно. Но... пытался по пути еще немножко попрактиковаться в атаке. Честно, очень дерьмово. С одной стороны, но что-то смотрю, так нормас у меня выходит. Вот проблема вот с этими надоедливыми мошками. Они прям летают и прям бесят. Ну вот ледяное дыхание, это, конечно, топовое. Это прям топ огонь и вообще супер. Так. Ой, это кто там в скале застрявший?
А, газбакс. Я думал, это чья-то голова, а это тушка. Так, ладно, погнали. Погнали, ёшкин кот. Чё, у тебя места-то есть? Места-то у тебя нет. У тебя вообще ничего не надропалось нормального. А, из лута у меня есть все. У меня только не хватает сердец Гиги. 4 штуки. И то на альфа. Ну, понимаете, да, что сейчас это как бы дело-то и исправится все. Уж гиг там полно. Ну нафиг. Класс. Да уж, ну в плане неповоротливости он, конечно, вообще магёт. Ты вообще хоть кого-нибудь, что-нибудь добываешь? А чё мне казалось, что он добывает ресурсы? Ну ладно. Сейчас добудем. Блин, реально мне казалось, что он добывает ресурсы. Ай, застрял! Ёшкин кот, вот этого я точно не ожидал. Что так можно застрять. Так, 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 так. Мне мясо нужно. Я просто не знаю, нужно ему мясо, не нужно. Вот. Поэтому добудем... 125-й ютик был. Был, основное слово. Как говорится, когда они не нужны, они всегда есть. Ну все, погнали. Теперь у него точно еда есть, и ее будет вполне достаточно. Бэм, кайф. Пролезет? Отлично, пролез. Да уж. Ну, этот уничтожитель ресурсов, конечно, да, такое. О, здесь уже край карты, точно. А, почему уничтожитель ресурсов? Потому что я прошелся мимо металлоруды, и он просто ее бах и сломал. И больше нет металлоруды. Да. Да ладно, они даже гиги на него не агрятся. Ну, как бы это уважение. Но! Мне не... Ого! Мне не важно, агрятся они или нет. Смерть. Ублюдкам. Далеко не бьет. Понятно. Воу-воу-воу-воу. О, так ты еще не горишь. Вот это кайф. А вот это уже кайф. Да, как же это чертовски неудобно. Он своим хребтом закрывает все. Кстати, сердце Гиги выпало? Отлично. Своим хребтом закрывает все. А из кабины я ничего не вижу. Вот и приходится вот так только воевать. Отличненько. Чего я туда лучше не идти? Могу застрять. Ой-ой-ой-шечки. Ну а с другой стороны, как без всяких телепортов? О, да ты ресурсы добываешь? Вот жопашник. А чё ты до этого не добывал? О, попёр добывать. Натуре. Так, еще одно сердечко. Еще два сердца осталось выбить, и будет хорошо. Как бы, с одной стороны, да, типа, я могу телепортировать, да и сам могу телепортироваться и туда не идти. Но, во-первых, я хочу дойти сам. А во-вторых, ну ведь как-то же... Yep. Как-то же люди без всяких телепортов и так далее доходят? Yeah. А опять сморчок свой делаешь. Блин, я не ту. Я не ту сделал. Да чтоб тебя, собака, уже, блин, хотел просто льдом в него плюнуть. Ну, короче, уже все. Уже нервы сдали. Хлобысь. Отлично. А вот с тобой я хочу сделать другое немножечко. Смотри, что я хочу сделать. Опа-на! Как она, да? Подожди, я тебя еще не добил. И... На тебе! С задней лапой.
Ой, да в смысле ты еще остался жив? Вот собака. Блин, ну так было прикольно. Я думал, сейчас жопу его раздавлю с первого удара. Это было бы прикольнее. Ну ладно, ладно, фиг с ним. Все, добыли сердца. Текаем отсюда. Не нафиг. Отлично. Слышь, я тоже могу вообще-то плеваться. Отличненько. И... все. Пошли нафиг. Да уж, ускорением тут и не пахнет. Блин, ну, братан, сорян. Вы что-то, короче, это... Ай, блин, он не туда. Очень неудобно. Е. Он замораживает, типа, и все, что ли? Потом урон по ним не проходит. Блин. Ну, теперь ясно, почему чаще всего просто кулаками бьют и не парятся. Ломай деревья! Круши все нафиг! Ты чё, застрял на дереве, что ли? Бля, хамуха! Классно. Бля, пошли вы в зад. Я говорю, иди в задницу. Я говорю, иди в задницу. Иди с задней лапкой. Да не туда, вон той задней лапкой. Да, отлично, красава. А вот этого, ну-ка, попадешь? Ох, красавчик, попал просто вообще красиво так, как, а? Ну-ка. Не, фиг с тобой. Давай. Ты вверх так далеко не плюешь, ну, бог с тобой. Ой-ой-ой-ой-ой, как это прям... отвратительно, как бы не сказать, хуже. Пока доберешься, все нервы закончатся. Ну-ка, на нафиг, кайф. Ну-ка, кучно, ну-ка, в ряд. Я собрал весь ваш отряд. Так, давай, 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 давай. Нафиг, самая эффективная ходьба это прыжки. А чё, я уже пришел куда надо? Ёшкин кот, прикиньте, я пришел туда, куда надо. А теперь, ну-ка, попкой. Отлично, красиво. А теперь еще разочек. Да в смысле ты там? А, недостаточно выносливости? Прикинь, они просто его поднимают. Вот это багуля, короче. Ну, кайф. У него недостаточно выносливости, а он меня просто поднимает в воздух. А ведь так и сдохнуть можно. Смотри так. Лобысь, козлы, мать вашу. Ублюдки. Отлично. А теперь этой рукой. Так, красава. Ну-ка, попку приземли. Да. Так, подожди, еще той ногой. А в смысле нет? Ну давай так тогда. А в смысле ты не попадаешь по нему? Или ты попадаешь? Ну-ка, он там подходит под ногу. Ой, я голоден, блин. Какого-то фига. Какой же он неповоротливый, просто кошмар, как это ж неудобно. Да и 100% на мехе было бы намного легче, если бы у меня были бы снаряды на большом количестве. Так. Ну, это единственное, что я могу в свое оправдание сказать. Я бомж по ресурсам. И... отлично. Почему-то он не хотел куда-то прыгать, кроме как сюда. Ну, ладно, хорошо. Хоть так. Хм,
На всякий случай, наверное, да, я еще Вот это мне сейчас что, какая мысль пошла в голову? Интересно, смогу я это сделать или нет? Ну ладно, дойдем до места, узнаем. Прыжок, прыжок, прыжок. И сейчас вот по вот этому месту осталось только пройти. Ну блин, ну ты... Иди нафиг, ешкин кот. Задолбала. Да, все-таки двумя кулаками, когда он бьет, это прям намного массивнее удар. Прям намного массивнее получается, прям вообще огонь. Ох, как же долго тут забирался сюда. Недостаточно выносливость. Да, надо, кстати, за этим следить. С выносливостью здесь вообще жопа полная. Да, еще 8 сердец в итоге выбил. А ты хаваешь вообще? Тебе еда не нужна. То есть ты как рейдовый босс. Тут у него вроде галка стоит, чтобы кто-то боссов... Ну, типа как ты этот... Титанозавр. Не питается, но какого фига? У меня вроде стоит, кормить их можно. Ты что, травой, траву жрешь, что ли? Сомневаюсь. Нет, тоже не жрет. Алимент хаваешь? Нет, алименты тоже не хаваешь. Ну ладно, фиг с этим всем, погнали. Тем более, что вон уже место, где призывают Титана. Весь лут я туда уже перенес, чтобы мне меньше заморочек было. То есть, ну, во-первых, я уже сразу же знал, что мне хватает, чего не хватает. Соответственно, я сердца поэтому по пути и набивал. Вот. Вот, на площадке для вызова. А вот сама площадка для борьбы. Для атаки. Нельзя разместить фундамент. Че, блин, здесь строить что ли нельзя? Или просто из-за того, что... Надо было чуть пораньше это делать. Ладно, сейчас проверим. Так, ну что... Знаете, что я хочу? Я в настройках хочу музыку сделать громче. Чтобы музыка играла из игры, которая. Ну, давайте. Как раз пока я экспериментировал. Сейчас покажу с чем. Кстати, давайте сразу покажу с чем. Ну-ка, дай-ка я оседлаю тебя. И вот. Да, просто здесь нельзя было ставить, но на платформу я ему поставил кровати и... Барьер. Не знаю, что из этого выйдет. Но вот такой вот и купол, девающий не только меня, скажем так. Вот, посмотрим, что из этого выйдет. Вот, ну а пока... Давай, спускайся, спускайся, отлично. Страшно, страшно, потому что ни разу не вызывал. Так, мне кажется, громко. Вот так, думаю, будет получше. О, да. Вот и он. Ну что? Пощекочем ему пузика, как завещал нам Диана. При встрече пощекотать ему пузика. Ну давай. Иди сюда, ящерица. Переросток! Хорош! Прогрузился. Музыка-то где? Не, без музыки не интересно. Ёшкин кот. По 30 000 я убил.
Ну, допустим. Отлично, давай, по 30 тысяч тоже нормас. Но! А чё, щит работает? Или не работает? Ну, по мне только вот эти вот мелкие бьют. Серьезно, что ли? Щит работает? Да ну нафиг! Да мелкие твари! Ну-ка, стукни по нему. Не получилось. Не фартануло. Так, хочу отпрыгнуть. Отлично. Просто красава. Давай. Блин, по ходу дела щит не пропускает. Ну, пофигу. Главное, что урон тоже не пропускает. Ну от них же надо как-то избавиться, алло! Пошли вон! Такс. Подожди секунду. Так, 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 так. Уменьшим барьер. Ну-ка. Да, вот теперь-то я по ним попадаю. Мне барьер... Барьер закрывал немножечко. Я не мог урон нанести. Я не знаю, как я поэтому попадал, но по этим пиздюкам мелким я не мог нанести урон. Отлично! Пошел ты! Я по тебе могу плеваться! Ты не уклоняйся от моего плевка-то! Или не могу в тебя плеваться? А что это за 800 ур... 80 тысяч урона было? Так, не, давай-ка, слушай, я еще потише все-таки сделаю. Нифига себе, что-то оно такое громкое. Ну, тем более, она уже на репите пошла. Ох ты ж, твою мать! Вау! Вау! Надеюсь, это в щит попадает. Вот это я понимаю. Ну, они мне точно не нужны. Но пока он так тупит, это мне в самую норму. Я лучше управлять нажму. Я где-то там появился не в том месте. Вау! Вау! А вот теперь щит отключился. Не отключился. Ёшкин кот. Ну, это было жестко. Ё-моё. Секунд. Так. Ставил на паузу. Да. Так, ну пока что мне везет. Не знаю, это из-за щита или нет, но мне пока что везет. Ё-моё. А то, что ты вот туда забагался, мне вдвойне везет. Смотри, он чарч куда заряжает. Офигеть. Ну? Плеваться-то будешь? А чё он тупит? Да я не против. Может, ты подальше потупишь? Не, ну он конкретно затупил. Ой, ой, горю. Ладно, фиг с ним, это немного урона. А, ты ж собака. Да пошел ты. Ублюдок, мать твою. Воу, воу, воу! Тихо, тихо, тихо!
Что-то, короче, пошло не по плану. Он начал сильный урон наносить. Все-таки надо было танчить лесным титаном. Да отпрыгивай от него уже! Надо этих завалить все-таки. Мешаться будут. Ох, как хп-то мало. Так. Так, братан, 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 братан! Чё там, группа что ли у меня не стоит? Чувак, атакуй! Отагрись от меня, собака ты плешивая! Пошел ты! Да ты за агрессивность лесного-то, ну что ты за... Отлично. У меня выносливость заканчивается. Тикай, тикай, тикай. Недостаточно выносливости? Ну, супер. Не достал. Да ты красава. Нифига себе! Ща еще не хватало, чтобы ты отхилялся от того, что ты выкинул меня за центр. Да что ж ты так тупишь-то, а? Лесной. Отлично. Ну-ка, прыгни туда. Так, 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 так. Ну, отлично. Да, это собака ж похилялся. Чутка. О, нифига себе, 4 раза меньше урон стал. Ёпрасы-то. Чё-то пошло тут явно не так. Ну! Ну отлично! Он застрял! Так, я тут. О, продолжаем. Теоретически... Должно все проканать. Практически. Черт его знает, какого фига происходит. Так. Ёпрасы, сколько у него уже урона внесено. Как он жестко-то тупит. Так, ладно, я понял. Надо спасать зеленого. Ну, быстрее лететь можешь? Красава.
Какого фига? Я урона просто не наношу, что ли? А еще этот зеленый тупит жестко. Свинота. Так, отлично. Хоть сколько-то урона нанес? Может, добьете? Да ёб твою ж за ногу, да ты серьезно что ли, а? Не, это просто забей, это надо, короче, текать отсюда. Надо по новому перезапускать, это какая-то хрень полная происходит, на вот честно. Так тупить, это, конечно, да, это прям вообще... А, перезапуск. Твою ж мать. Так, в итоге что мне? Вот, короче... Я отошел. Я отошел. Так, давай, давай, текай, текай, текай. Я знаю, что дальше будет жопа полная. Текаем отсюда. Я отошел от него. Сейчас покажу куда. От босса. Да пошел ты, придурок. И началась жопа. То есть я встал сюда двумя титанами. И, как сказать, регенился. Вот. Ждал пока что. То есть он регенится, я регенюсь, все нормально, все хорошо, нас все устраивает. Но! Но игра вылетает. И сами видите, откуда я начинаю сейчас. Так, все, нафиг, надо отходить обратно. Что-то они здесь спавнятся. Просто хотел посмотреть, что это за фигня. Короче, блин, я не знаю, игра очень предательски вылетела, как бы не сказать хуже. Ну, отлично. О-о-о-о. Честно, я думал, будет хуже. Но у меня сейчас получается лесной титан целёхонь, все дела. По идее, раз его здесь нету, значит, я его еще не призывал. Значит, это еще было до призыва этого титана. Да чтоб тебя, собака, ты долбанная. Отлично. Вот здесь он уже не агрится. И вот здесь можно поставить похиляться. Да, он хиляется, я тоже похиляюсь. Ой, ужас-то какой. Но мне пришла идея. О, прикольно. Теперь я могу подобрать сразу. А, мне пришла идея. Одна такая прям распрекрасная, наверное, идея, я не знаю. Упс. Классно. Хорошо видеть своих динусов, скажем так, в здравии. Но! Какая... Блин, на нейтралке стоял, собака-то долбанная. Какого фига? Ладно, фиг с ним. Вот какая мне идея пришла в голову. Невозможно разместить постройку. Да ёб твою же за ногу, я же стою. В том месте, где строиться нельзя. Ладно, сейчас переместимся. В общем, поставить на него, включить максимальный щит и... Танковать! Попробуем сделать так. Но для начала нужно что? Правильно отойти и поставить этот долбанный щит. Надеюсь, босс не перезагрузится. Ёбушки-воробушки, да вы посмотрите, что происходит. Ой, ёб! Дура! Твою мать! Надо перчатки снять. Я сейчас нахожусь на базе. А там вызван босс. И это все активировалось. И вот это вот какое-то красное свечение именно с той стороны. Ух, прям супер. И вот так выглядит лесной титан. У него только торчит голова. Не знаю, что из этого выйдет. И надеюсь, босс не задиспавнился. Last Move Location. Попробуем что-то с этим сделать. Ну да. Что-то я затупил. Слева-то ХП босса стоит.
Только вопрос в другом. А я его не вижу. Это мне что, щит мешает пройти так? Двигаться? А не, вот босс. Отлично. Я его теперь вижу. Отлично, он заагрился на меня. Я могу их потоптать. Отлично. Ты заагрился, да, отлично, ты на него заагрился, все супер. Вот так вот. Просто почему так призываю? Потому что, чтобы он не застрял. Оп, пошел ты, мелкий ублюдок. И какого-то фига музыка. А, во, все, все. Зашел в меню, музыка разлагала. Ну, мне надо, чтобы он на него заагрелся. Блин, сейчас пока разлагается все это. Мне нужно, чтобы он на него заагрелся, нарисново. И чё я не могу двигаться-то? А, вон в каком я говне застрял. Это ужасно. Как бы не сказать хуже. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие же они неповоротливые. Это просто отвратительно. Так. Хоть от этих избавлюсь. Отлично. Ай. Ну что он не агрится-то на лесного? Мне больше вот это интересно. Ты серьезно, да? Тег Джек требует элемент? Игра, мать твою! Тег Джек требует элемент. У меня этого элемента в инвентаре лежит дофигище. Не дофигище. Твою мать, ты серьезно? Я торопился и я... У меня здесь. Хотя через Shift вроде кидал. Но не кинул через Shift. Можешь что-нибудь сделать? Что-то какая-то хрень, если честно, творится. Давай сделаем так. Так, легче тебе? Лично так, вроде бы тебе легче. Нет! Кошмар. Короче, пофигу, погнали. Погнали пробовать его просто так мочить. Так. Мысли, реально что ли промеж ног или не достал просто до него? А, он этим он его не бьет. Опять отвлекли. Так. Уж я реально не знаю, что с этим делать. Такой же, походу, дела ни у кого никогда не было. Одно могу сказать, мне в чем-то да везет, что. Так, все забагалось. Так, сделаем вот так вот. Меня вот эти вот задолбали уже. Икс.
И что-то активизировался. Именно на мне. А, он отогрелся опять. Нет, короче, вообще прям как-то это. Как минимум, это не серьезно. Ну ближе давай, чё я так рано-то нажал? Ну, он на меня не агрится. Ты пошел. Я его так завалю. Короче, будем считать это награду за мои мучения. Не знаю, какие мучения, но будем считать это наградой. Пошел ты. Ну, а ледяной титанулся, короче, огребся по полной. Прямо огребся по полной. Что там я в итоге получаю по ресурсам? Ух, мать его, сколько всего. Как говорится, всего и нужного, и ненужного полно. Икс. Все. Тикаем отсюда. Ну, вот и... Вот и, блин, офигеть. Так, загрузить выжившего. Simple Bed, почему он тебе кровать не распознает, которую на... Интересно. Ладно, давай. Это, конечно, да, это было жестко. О, а нету его. Черт побери, импланта-то нету. Ужас. У меня же... О, а теперь он есть. Отлично. Ай, классно. Ну, точнее, здесь не имплант теперь, а запись Homo Deus, прошедший вознесение Аберн. Так, гамма король титанов. Ну да, то есть мне сейчас еще бета остается пройти. И повышение уровня... Погоди-ка, там что-то какая-то фигня про чибиков написано. Так, чебос, иди сюда. Да ёпта, вы же опять пандавали. Ну? А, нет, ой, фу, господи, это написано, что... А, у меня это пройдено уже, все. Это было написано, что то, что у меня пройдено, а не то, что мне нужно. Кошмар, туплю. Туплю просто по жести. Чё вообще хоть тут выпало-то мне? Не считая скинов. Дробаш, патронтаж. Какие-то шмотки туда-сюда плюс-минус. Хорошие рецепты. Ну, вот и все. И чуть-чуть элементы. Это я тоже помню. Да уж. А где шмоты? Так, шмоты где? Которые были у меня в инвентаре. И не в инвентаре. Да уж. Да тут две хелены у меня есть. Погнали, глянем ледяных титанов, короче. Так. Ой. Да ёб твою ж за ногу. У меня какого-то фига... Окно игры стало неактивным. Так.
Ну, лесной стоит. Хотя бы такой сет шмоток у меня есть. Ага, вон и ледяной. Отлично. Они живы, они целые, и какого-то фига я просрал два комплекта тек-брони. Да уж. Кстати, голова. Голова. Нет, это пот. Да где голова? А, флаг вижу. Секунду, скины выкину. Но я не вижу головы. Сюда все снаряды закинул, все скины выкинул. Нету головы. Какого фига? Как бы не сказать хуже. Ладно, фиг с ним, шмотки у меня отжали. Такого-то фига. Причем даже те, которые просто лежали в инвентаре. Но голова? В нем тоже нету. Это мне как минимум не нравится. Реально, мне это как минимум не нравится. Давайте глянем в терминал, туда я не заглядывал. И здесь тоже нету. Да. Уж. Ну, что могу сказать? Бывает. Бывает в жизни огорчения. Кстати, не знаю, зачем я туда летел, когда терминал был здесь, но бог с ним. Что за нафиг? Главный флаг-то есть? Флаг-то, во, есть. Какого фига? Черт его знает. Ну ладно, что поделаешь. Задолбало меня все. Выдом так, через админ панель. А куда деваться? Вы прекрасно видели. Он был. Если будет не лень, на монтаже даже пририсую скрин инвентаря, когда открывал. Флаг забрал, все забрал. Голова почему-то не забралась, хотя все забирал. Да уж. Ну и бог с ним. Ну а на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.